Продолжаем наблюдать за игрой. Пока присматриваются команды друг к другу, как я уже люблю это говорить, вот так вот в каждом своем репортаже. Ну, я еще попрошу сделать репосты в социальные сети этой трансляции, поскольку очень мало просмотров. Естественно, это тоже накладывает свой отпечаток. Если... Давайте так. Смотрим разбег. Ой-ой-ой! Чуть-чуть Олег Мелешкин. Гол! Забивает Сивгуф. 1-0. Валентин Волошок отличился. В интернете находить трансляции первенства Брянской области. Вот некоторые регионы транслируют свои чемпионаты. Где-то даже есть судья-информатор по стадиону, табло есть. Не знаю, почему вот в Омске, да, вот как-то вот с этим делом все гораздо хуже, конечно. Более того, вот даже хотелось бы протокол комментатора, но протокола, к сожалению, напечатанного не предоставлено. Ну, что поделать. Вот момент! И вот он гол! 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 Виктор Козловский!